поселке Шувалово Костромского района прошел 22-й межрегиональный турнир «Золотая шайба». 6 команд юных хоккеистов из разных регионов страны сразились на новом спортивном корте. Его построили рядом с местным домом культуры. В софинансировании проекта принял участие комбинат «Связа» в Костроме. Материал Ольги Смирновой. За первое место турнира «Золотая шайба» борются любительские команды из Архангельска и Удмуртии. Все места у бортиков заняты, болельщики отчаянно поддерживают свои команды, несмотря на мороз. 6 коллективов из разных регионов страны играют 11 матчей на новом шуваловском корте. Под коньками претендентов на пальму первенства идеально ровный лед. Он отвечает всем стандартам проведения межрегиональных соревнований, как и сама коробка. Раньше была деревянная, сейчас современная пластиковая коробка. Не надо подбивать каждый гвоздик, подходить, чтобы он не торчал там. И мне кажется, само приятно смотреть. Страсти на коробке такие, что не дают нам даже замерзнуть. Под льдом катка искусственное покрытие. Летом здесь развернутся поселковые футбольные баталии и продолжатся тренировки шуваловской команды «Искра» на роликовых коньках. Проводить их можно в любое время суток. Вокруг корта установлены новые электроопоры с фонарями. Все это обустроили благодаря участию шуваловцев в программе комплексного развития сельских территорий. Хоккейный клуб «Искра». Да, это наша гордость Сучевского сельского поселения. Мы очень рады, что у нас в нашем сельском поселении именно развит детский хоккей. И я надеюсь, что мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы развивать этот спорт. Построить современный корт шуваловцам помог комбинат «Связа» в Костроме. Предприятие выделило на возведение объекта 1 миллион рублей. Очень хочется, чтобы хоккейная традиция, которая есть у нас в Костромской области, чтобы они сохранялись и чтобы ребят были достойные условия для подготовки, чтобы они могли расти и возможно, в нашей, например, Шуваловской «Искре» вырастет какой-нибудь достойный тренер или крутой хоккеист. На 22-м турнире «Золотая шайба» шуваловская команда «Искра» заняла 4-е место. Следующая игра у наших ребят будет на 4-м этапе межрегионального первенства «Золотое кольцо». Он пройдет в феврале в Вологодской области.